взаимодействуют с воронками, они взаимодействуют, блядь. Помните, в начале стрима я вам рассказывал про гонки? Блядь! Сука, я хочу, чтобы кто-нибудь затащил стрим. Нет, чё за хуйня? Блядь, Какус! Какус, выручай, ёбаный! Блядь, Какус. Алло! Блядь, звони ВКонтакте, ёбаный! Блядь, звони ВКонтакте, ёбаный! Алло, Какус, если ты это слышишь, зайди в Дискорд. Блядь, затащи, пожалуйста. Сука, чё за хуйня? Блядь. Хупл, давай, затащи, пойдем. Зайди в диск, зайди, просто зайди, блядь. Расскажешь, кого ты в последний раз забанил там. Расскажешь что-нибудь еще, какие-то приколы. Блядь, Хупл, быстрее заходи, сука. Моя репутация сейчас рухнет прям на стриме, вся, босса. Босс не может обосраться на стриме, сука. Алло, алло. Давай быстрее, включай вебку, блядь. Алло. Алло, давай. Включай вебку быстрее, что-нибудь. Сейчас. Что-нибудь сейчас расскажи. Ты можешь уже бежать, слушай, можешь уже бежать. Я сейчас включу чат. Сейчас. Секунду. Так, друзья, рассказывайте. Сейчас, секунду, я вебку включу. Он ушел? Сейчас, все, можно гадости говорить про стримера? Так, о, отлично. Просто бомба. Слушайте. Рассказываю. Рассказываю прикол. Так, я его подрубил. Всем привет. Привет, ребята. Сегодня, значит, произошел прикол. Рассказываю. Я не выдавливаю голос, Милен. Милен, твой голос. Короче. Я, пока стример не слышит, так было кайфово без стримов, вы не представляете. Это просто бомба, это, ну, это самое лучшее, что было вообще в моей жизни. Все, я вебку включу. Самое лучшее, что было в моей жизни, это отсутствие стримов у питов. Потому что... Блядь, круто. Да похуй. Вот. Потому что... Мне надо модерировать чат. Если, ну... Как бы вам сказать по-честному, это проклятие. Вот это реально проклятие, когда вот есть уведомление о стриме, ты приходишь туда, и ты чувствуешь вот это вот боль в попе. Знаете, такую вот боль, вот прям вот такой вот, прям вот как будто вот шилом поковырялись. Да в смысле душнило? Вы твари? Какое душнило? У меня вебка работает вообще, блин. Алло. Я не душнило. Я не душнило. Ладно, рассказываю вам не душную историю. Не душную, хорошо. Хорошо, не душную историю. Три дня назад я поел крылышки KFC. Крылышки KFC были острые. А потому что стример не включил вебку в Дискорде. Он вот... Ну, он смешной такой. Я поел крылышки KFC. На следующее утро мне было настолько плохо и больно, что я думал, что я умру на... Ну, вот прям вот... Ну, вот прям вот вообще максимально. У тебя... На... Здесь такая белая жижка. Конечно, есть. Хочешь, покажу? Давай. Ай, душнило, да, давайте. Хорошо. Еще одну интересную историю рассказываю вам. Да, участвую. Deadman 228 объявляется
чат объявляется всеобщее попускание этого данного человечка. Вот его ник, пожалуйста, устрой всеобщее попущение. Он говорит гадости. Вы типа, вам нормально? Привет, I remember. Привет, друг. Спасибо, друзья. Бань всех. Хорошо. Помните так называемого Догмана? Да. Помните Догмана? Почему вы его... Я модератор, я могу вас забанить, а он не может. За что? О, мне Киллиан написал, давайте всеобщее попущение Киллиана, пожалуйста. Я хочу от тебя детей, спасибо. Я понимаю, если я уйду, то я могу включить сапчат и смайл мод. А без этого вы тоже не сможете писать, друзья, поэтому... Что, ну, есть выбор. Первое, я ухожу, но включаю смайл мод. Ну, типа, вообще, ну, типа, вы не сможете писать. Либо я остаюсь. Вот давайте. Какие вы мрази! Вы такие мрази! Я еще... Ну, вот таких ублюдков я еще не встречал в своей жизни, слушайте. Да. Если еще одно... Вот еще... Вот, интерактив. Вижу мразь, которая пишет гадость, баню пермачом. Прямо сейчас. Вот мразь, которая пишет гадости, баню пермачом навсегда. Давайте. Настя запомнит, если что. Давай. Ну. Все? Без гадостей? У меня 4 души. Ой, а что? Так, нашел. Фитрую Егор. Я не шутил про то, что я забаню за гадость пермачом. Друг, ты где? Вот, наверное, забанил. Мне за это заплатили зарплату, поэтому я должен сидеть, так сказать, отстреляться. Потому что если, ну... Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо, что поддерживаете. Я вас очень люблю на самом деле. И те, кто мне... Ну, я понимаю, что вы просто шутите, конечно, да, друзья. И... Левай. Что ты сказал? Сколько заплатили? Ну, если по-честному, то... Одна ночь с мамой особо. То есть, ну, немного. Какие же... Сейчас, то есть те, кто... Я открываю, что вы пишете. Те, кто писали, что мне надо уходить, через минуту пишут «не уходи». Оправдывайтесь, пожалуйста, оправдайте. Я Тимур, да, я Тимур. Тимур Кобиц. Суки, бля. Сколько можно? Если что, рассказываю, как, насколько стример долго какает. В 2019 году он ушел со стрима минут на полчаса, наверное. Чат мне пишет Артурик, Атрикс. Просит забанить человека. Как вы думаете, забанить или нет? Вот вы сейчас решаете судьбу. Вы решаете судьбу человека. Забанить ли его по просьбе Артура или нет? Давайте. Так, сейчас. Можно опрос модератора, пожалуйста? Модератор, можно опрос, пожалуйста? Чё? Эй, самому все делать приходится. И стримить самому, и работать. Нет, Атрикс, я тебя не верну в конфу модеров. Ты попуск. Сейчас я сделаю опрос специально. Так. Где это? Во. Так, банить по просьбе Артурочка или нет?
Вы бы знали, что мне Атрикс сейчас в ЛС пишет? Вы бы знали? Бля, хули ты без... Ты все это время без вебки? У тебя вебки нету, ты не включил у меня. А нахуй ты тогда сюда пришел, блядь? Так ты включи у меня, у меня включена в Дискорде, ты, попусь. В смысле, я тебя открыл? Нет. Пиздец, блядь. Ты же говорил, что я могу уходить. Да, ну я сидел здесь. А. Да. Короче, у тебя просто вот такая бы вебка была бы охуенная. Топовая. Нормально. О, привет. Привет, ты давно не виделись. Сзади. Спасибо. Угу. Мне сейчас Атрикс написал в ЛС, чтобы его вернули в конфу модеров. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы все услышали мой невероятный спич. Атрикс, нет, тебе... Ну, ты... Нет. А, нет. Ладно. Да. Ну все, спасибо. Как надеюсь, покаку. Затащил реально. Он затащил? Ну, нормально, короче. Так, пацантре, сажусь сейчас. И смотрю, и вижу то, что у меня... Я этого так не хотел видеть. Короче, у меня отклеились пластыри в тех местах, где из меня торчат, ну, эти, провода ёбаные. И я увидел, как они из меня торчат. Смотрите, вот, вот стрим был, а вот пришел Хупл. Хупл, ты мне должен, получается, сколько? 400 зрителей. Хупл. Но пришлось переклеивать. Почему обзор прошлого...